Добрый день, друзья! Сегодня отвечу на вопросы по клубу, по проекту, на котором мы зарабатываем. Вообще расскажу про цели и про стратегию нашего клуба. Смотри, дружище, цель данного клуба. Все видят, что происходит вокруг. Кризис, коронавирус, многих проблема там, ну, кто-то потерял вообще работу, кто-то вообще лишился основного там источника заработка, или он очень резко упал. Естественно, люди привыкли жить на определенный доход, и всем нужно очень быстро вернуть его и, ну, в идеале, конечно, там еще и приумножить, чтобы зарабатывать еще больше. Мы создавали, собственно, данный клуб, потому что увидели, что проблема просто, ну, такая очень серьезная. Многие знакомые, многие друзья обратились за помощью. Мы, ну, там, буквально сколько там, дней 10 прошло от создания клуба. И сразу я не буду там долго рассказывать, я буду показывать результаты. Выбрали мы проект, который максимально безрисковый, который позволяет максимально быстро зарабатывать. В данном проекте за 10 дней мы заработали там почти там $5000. Давай в рублях, чтобы, потому что большинство просят показывать в рублях. 338 570 рублей. Но это не самое важное. Цель была создать, ну, не создать проект, найти проект, на котором могут зарабатывать именно люди, которые к нам приходят. Я думаю, тебя интересует в первую очередь заработок, ну, твой, дружище, а не то, что мы там заработали. Показываю, сколько заработали люди, те, которые зашли с нами в первую линию. Вот, смотрим. Вот их заработки. В основном, ну, например, 183 тысячи, там, 42, 39. То есть цель, которую мы поставили, ну, чтобы люди зарабатывали именно больше, там, ну, хотя бы даже, пусть не больше, но хотя бы ту же зарплату, которую они зарабатывали раньше там, в найме, не в интернете, а именно на своей работе. Большинство людей именно даже перевыполнили данный план, данную цель. Ну, есть люди, которые зашли и работали не так, как не по нашей стратегии, не по стратегии клуба, и они, естественно, заработали или вообще нули, или там, ну, копейки, 800 рублей. Про стратегию я чуть позже расскажу. Ну, надеюсь, те люди, которые смотрят, если есть те, которые вот заходили, и они, в принципе, ничего не заработали. Я думаю, они прислушаются и будут работать по нашей стратегии, не выдумывать ничего, и тоже начнут зарабатывать нормальные деньги. Просто смотри, дружище, вот результаты по стратегии нашего клуба. Люди выполнили все, заработали нормальные деньги. И прошло там, ну, всего клуб запустился 10 дней назад. Есть люди, которые заходили чуть позже. Ну, будем брать даже 10 дней. Я думаю, результаты нормальные. Даже минимальные там за 10 дней заработать 25 тысяч. Я думаю, это довольно-таки хорошо. Даже пусть за месяц многие столько не зарабатывают. Итак, рассказываю про стратегию. Вход в данный проект, потому что большинство спрашивает и заходят там как хотят, как там выдумывают. Вход по нашей стратегии в данный проект здесь стоит 0,85 эфира. Берем там, например, сколько там он сейчас? $230, по-моему. $230 умножаем на 0,85 эфира. Он стоит, ну, 195, получается, долларов. Это стоимость именно по нашей стратегии, которая позволяет зарабатывать. Так, вылетел кабинет, заходим еще раз. Которая именно зарабатывает, ну, позволяет зарабатывать и быстро, и нормальные деньги. Если люди заходят, начинают там мудрить и там кого-то перехитрить, пытаются, заходят там на меньшие деньги, они получают вот такой результат. Друзья, поэтому советую, кто хочет быстро зарабатывать и безрисковом именно проекте. Данный проект мы выбрали. Почему? И почему мы его называем безрисковым? Здесь нет никакой админской кассы. Здесь все платежи проходят именно на кошельки сразу от одного партнера к другому. Никаких там админов, которые там в любой момент могут уйти с вашими деньгами, там уехать в какой-нибудь там сказочное Бали, и потом их даже и не найдешь. Здесь все происходит очень быстро, и сразу платежи прилетают на кошелек там любому члену нашей команды, и сразу их можно выводить на карту, на какие-то электронные кошельки, куда угодно. Проект просто в этом плане очень интересный, и вот почему мы выбрали именно для нашего клуба данный проект для быстрого и хорошего заработка. Суммы заработка я показал, смотри, дружище, если тебя устраивают такие суммы, если ты хочешь именно быстро и безрисково начать зарабатывать в интернете, под видео будет ссылка на наш чат, заходишь тут, ну, ссылка будет и на канал, и на наш чат, где можешь обратиться к любому
там, админу. Он тебе, кто тебе здесь больше всего понравится, можешь просто написать, зайти в чат и написать: я хочу зарабатывать, я посмотрел видео, мне интересуют подробности. Обращайся, тебе помогут, расскажут все о проекте, там, в следующих видео я буду уже рассказывать там более подробно там о маркетинге. Ну, это, я думаю, не обязательно делать в первом видео, чтобы не затягивать. Еще раз повторяю, кто хочет получить именно доступ к заработку быстрому и безрисковому, заходите в наш чат, в Telegram, под видео будет ссылка, там получите всю подробную информацию. Я думаю, на этом все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Там, кого есть вопросы, пишите в комментариях. Также можете поделиться, кто там желает добра своим друзьям, поделитесь в соцсетях. Пусть тоже увидят, что есть возможность быстро и без риска зарабатывать, даже во время кризиса. Чтобы не нарваться на какие-то там скамные проекты в интернете, мы для этого, собственно, и создавали этот клуб и делимся нашим опытом. Мы уже несколько лет зарабатываем именно в интернете. Для этого мы и создали клуб, чтобы люди получали именно наш опыт и не тратили время, как мы, и деньги на какие-то там эксперименты. У человека есть проблема, он хочет заработать деньги. Если он понимает, что у него есть проблема, ему нужно быстро заработать. Заходите к нам в клуб, мы расскажем, покажем, обучим. И вот результаты, я думаю, там говорят за себя. Все, друзья, на этом все. До новых встреч.